Приветствую вас. Смотрите, любая зависимость, вне зависимости, да, от того, от чего она, является крайне опасным, деструктивным моментом для человека. Совершенно все равно, в зависимости от чего. Если что-то влияет достаточно сильно на ваше, ну, на поведение человека, на его физиологические, психические особенности, если человек испытывает сильную тягу к чему-то, да, то это уже повод переживать, это уже повод, ну, может быть, не переживать, конечно, может быть, но это повод уже как следует задуматься, потому что это значит, что есть проблемы с, ну, вот, с удовлетворенностью, скажем так, да, потому что, ну, подобная зависимость, да, она, по сути своей означает, что есть некоторые желания, есть некоторые желания у человека, которые он, ну, просто вот не может удовлетворить, да, и появляется что-то вроде суррогата, вот, что-то вроде суррогата, в виде потребностей других, вот, понимаете, какая проблема. Поэтому этот вопрос этот, крайне важен, вот, принципиально важен этот вопрос, вот, что вам дают, собственно говоря, книги, что конкретно вы от книг получаете, ну, как вот, правило, да, как правило, то, что человек получает от книг, то, что он может от них получать, это избегание в некоторую реальность. Другую реальность, скажем так, от мира. Вот. Это именно вот такой, ну, что-то вроде побега. Вот. И, соответственно, это означает, что в реальном мире человеку не очень хорошо. И это, в свою очередь, означает, что требуется помощь. Ну вот, человеку требуется помощь. То есть, ну, вот в данном случае, вероятно, вам требуется помощь как раз-таки в решении, ну, ваших трудностей, которые есть, вот, ну, непосредственно у вас, да, и вот, собственно, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. Поэтому, да, к сожалению, это может быть проблемой, может быть, серьезной проблемой
для человека, может быть, серьезной проблемой для вас, вот. Любая зависимость, вообще любая зависимость может быть проблемой, не стоит, ну, не стоит недооценивать, ну, вот, не стоит недооценивать проблематику эту, вот. Ну и вам же самой будет лучше, если вы разберетесь с этими сложностями, которые у вас могут быть. Вот. Сделав себя более удовлетворенной, может быть, более гармоничной, вот, и, соответственно, имеющий больше больше возможностей, больше способов для, ну, для реализации своих желаний, своих потребностей и так далее. Вот. То есть я думаю, что вам на ваш вопрос можно ответить вот, наверное, примерно так. Другое дело, что диагноз, то есть вот факт психического расстройства, вам ну, никто не поставит. Диагноз вам никто не поставит. Потому что это все-таки делается исключительно очно. И как бы сам уже ставится диагноз. Но зависимость от чтения, как таковой зависимости от чтения нет. Это не считается заболеванием зависимости от чтения. Да, есть разные зависимости, вот. Но зависимость от чтения именно не считается как бы именно заболеванием. Вот. Поэтому я думаю, что в любом случае, мне кажется, да, в любом случае, именно диагноз, что у вас зависимость от чтения, у вас не будет именно вот так, именно такого диагноза у вас не будет. Вот. Ну, могут поставить, конечно, что-то другое, безусловно. Ну, какую-нибудь другую проблему могут обнаружить. Вот это более реально, скажем так. Это более реально. Вот. Вот такой вот момент. Ну, здесь вы можете вместе с психологом, да, вы можете разобрать как раз таки то, что вас беспокоит, да, и не прибегая к как раз таки врачам, да, не прибегая к врачу
психиатра, можете свои проблемы решить. Вот. Если, конечно, ну, вам этого хочется. То есть, если у вас, если у вас такое желание есть. Вот. То есть, если такого желания нет, да, если работать вы не нацелены, ну, как бы, тут уже понятное дело, что никто вас не заставит. Вот. Но сама по себе ситуация вряд ли станет лучше. Вот. А вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот, я надеюсь, что для вас это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Вот. И надеюсь, что ситуация будет разрешена.